Первое упражнение – это махи ногами, лежа на спине. Ложимся на коврик, поднимаем прямые ножки вверх. Постарайтесь следить за тем, чтобы у вас поясница была прижата к полу, чтобы она не перенапрягалась. Если сложно, если у вас прогиб, положите ручки под попу. Прямые ноги смотрят вверх и плавно. Сначала опустили одну, не касаясь пола, вернули и опустили другую. Обязательно это делаем на выдохе. Вернули. На протяжном выдохе, то есть практически до того, как вы вернете в исходное положение, вы продолжаете все это время выдыхать полностью, опустошая свою диафрагму, опустошая легкие и прожимая пресс. Делаем таких 20 повторений, по 10 на каждую сторону. Еще два раза на каждую. Плавно опустили и 40 секунд отдыхаем. Еще два.